Сегодняшний вечер был бы невозможен, если бы не активное участие наших друзей, известных писателей, журналистов, Давида Гая и Бориса Сандлера. Мы позже чуть представим их подробнее и пригласим на сцену вместе с главным участником, героем сегодняшнего вечера. Понятно, когда люди слышат имя Евгения Кисина и приходят на вечер встречи с Евгением Кисиным, то ожидают, естественно, фортепианного концерта, произведения фортепианного исполнения музыкальных произведений, классической музыки. Но не всем, может быть, известно, что Евгений также является очень талантливым поэтом, переводчиком, и немалая часть сегодняшнего вечера будет посвящена этой его деятельности, литературной, главным образом на языке идыш. С культурой идыш связан довольно такое, я бы сказал, шаблонное, расхожее мнение, представление, что это нечто очень узкое, ограниченное, местечковое, что-то уже отжившее, ушедшее в историю вместе с поколениями наших бабушек и дедушек. Но как раз вот задача сегодняшнего вечера, одна из его целей, именно убедить зрителя, показать, что культура идыш это по-прежнему, как и во времена Шолом Алейхема, это часть высокой мировой культуры. Известная пианистка Мария Юдина однажды исполняла бетховенскую апассионату и обратилась к публике. Ну, наверное, здесь люди такое поколение, которое знало, с чем в советское время часто ассоциировали апассионат. И вот, обращаясь к публике, она сказала: «Просьба выслушать музыку без ассоциаций». Поэтому и мы просим вас воспринимать сегодняшнюю вот культуру, сегодняшний вечер, исполнение будет исполнены стихи на идыш. Воспринимайте без ложных ассоциаций, без стереотипов. Мы обратились в Русский культурный центр, он обратился к этой теме как частью общей культуры, но общего нашего наследия. Когда-то один французский критик сказал о книгах Тургенева: они не жестки к человеку. Русская культура действительно известны тем своим уникальным свойством близости каждому человеку, восприимчивости своей, она воспринимает боль каждой души человеческой. Вот так и еврейская культура особо проникнута состраданием, жалостью. Вот, ну, мы говорили перед началом вечера с Борисом Сандлером, вот есть понятие, ну, рахмонос, жалость на идыш, но это даже больше, чем просто рахмонность, больше, чем жалость, это сострадание, это восприятие боли. И евреи воспринимают боль своего народа, и через эту боль сострадание ко всем другим, сострадание ко всем другим народам. Ну, как говорил Иосиф Бродский, время, потраченное на предисловие, есть время, украденное у произведения. Так что, я думаю, нам пора переходить от слов к делу и от вступления к самому вечеру. Ну а сейчас позвольте пригласить на сцену наших основных участников. Давида Гая, писателя, журналиста, главного редактора журнала «Времена». Давида Александра. Известный еврейский музыкант, издание «Идыш-бранже»,
мой главный герой Евгений Кисин, который не заканчивает. Прежде чем идут к столу есть, надо что-то перекусить. И мой вопрос связан с этим, не с перекусом, а прежде чем мы идем к столу. И, может быть, многие из вас знают, что недавно вышла книга Кисина «Воспоминания и размышления». И я поздравляю вас. Спасибо. И в связи с этим у меня вопрос, да, пожалуйста. У меня вопрос, вы прямо в предисловии. Вы пишете, что за свою жизнь мне пришлось давать много разных интервью. И в интервью этих нередко задавали и продолжают задавать одни и те же вопросы. Вот мой вопрос. Какой вопрос вы бы хотели, чтобы вам задали? Ну, сейчас, как Михаил уже сказал в своем вступительном слове, нынешнее мероприятие посвящено не моей музыкальной деятельности, а тому, чем я начал заниматься сравнительно недавно, что для меня является хобби, но связано это с тем, что мне и вам, конечно, очень дорого, и о чем я, кстати, писал в своей книге, а именно еврейская идишская литература. А что вас привело человека, который вообще-то вырос во времени, когда уже идиш не был тем языком улицы, тем более московской улицы? Вот что вас лично привело? Идиш я слышал с детства от старшего поколения, от бабушки, с дедушкой, которых уже около 30 лет нет в живых, от моей двоюродной тети, которая не так давно скончалась в Израиле, в Хайфе. А годы моей юности пришлись на очень бурное время на нашей родине, когда набирали силу национальные движения разных народов бывшего Советского Союза. Я дружил с грузинами, армянами, наблюдал происходящее, и в какой-то момент мне стало как-то неловко, стыдно даже, что вот они все знают языки своих народов, а я нет. Но сначала я думал, ну вот выучу идиш, потом выучу иврит. Но впоследствии обнаружил, что невозможно просто выучить идиш и на этом остановиться. Потому что, как известно, невозможно выучить ни один язык, не читая того, что написано на этом языке, в частности, художественной литературы. И, поверьте, невозможно хотя бы в небольшой степени ознакомиться с идишской художественной литературой, тем более в подлиннике,
и не полюбить ее. И не захотеть углубиться в нее. Узнавать еще и еще. А в моем случае вот получилось так, что в какой-то момент у меня возникло желание и самому создавать что-то на идише. Молодец. Сначала я немножко расскажу, о чем эти стихи. Именно о том, как на даче бабушка с дедушкой говорили на идише, как я это слушал, спрашивал у них, что означает то или иное слово и выражение, и как с тех пор прошло много лет. Бабушка с дедушкой ушли в мир иной, дачу мы продали, но что-то с тех пор осталось у меня в памяти и в душе. А называется это стихотворение, как многие из вас, верно, знают, одно из названий языка идиш – «мамлошин», то есть «язык матери». Я назвал свое стихотворение «бобылошин», то есть «бабушкин язык», будучи уверен, что именно я это название придумал. Но впоследствии я убедился, что это не так. Его придумали до меня, просто я этого тогда еще не знал. Да, в самом первом четверостише, просто чтобы было вам ясно, когда вы услышите знакомые фамилии, еще давно, когда я вспоминал детские годы на даче, мне пришла в голову мысль, что атмосфера там была для меня как будто какая-то смесь Шукшина с Шолом Алейхимом. Шукшин, ну, потому что, ну, это была не деревня, а дачный поселок, или как это называлось, садоводческое товарищество. Территория в середине леса была выдана заводу, на котором работал мой дедушка Арон. И работники завода, дедушка, построили. Себе домики, получив дачный участок. Это товарищество так называлось «Лесная поляна». Ну и кроме нашей семьи, там, по-моему, были еще только две еврейские семьи, Купервассер и Вайнштейн. Вайнштейн также был председателем правления, кстати. А остальные собаки, люди, татары и некоторые типы прямо как из Шукшина. Как говорила тогда моя мама, с одной стороны пьяница Коля, с другой стороны пьяница Женя. Ну, разумеется, не только пьяница, не хочу ничего лишнего плохого сказать. Ну вот, а поскольку на нашей даче звучал идиш, то в этом для меня было что-то отшел мало. Итак, Боба Моша. Ой, сэр Москва, из эсэр грин, клорс да иму, унды луфт стриж, а в датаче из гиба шукшин, опар спорт, шел мало их миш. Йо, Остоцца в пергофилу тазою, Дорт, Илья Наралта, Бутер, Сальт. Вален килн седл, фришер той, Йеннен дер фри, бот виба найт, Унзер клэн шейнен, гортн ишев. Фу, и тихо.
Ладен Хингер фан Кишер. Йорн Фриер мит Ацлоха Огн, Дорт Алейн, Терсейд мит Дарбован, Уфгабой Фарсих фун Болц Апоев, мит Райн Клейбет Симмер Дорт Боев. Гих нох дэм лайф унтер Дахтен Фестен, Лавен Шилду мит Нзейден Снумен, Санен Шпалтен Шварцен Фигетумен, Зих Пасетст in euch geklappten Ästen. Und ganz prost, doch täglich, nicht magisch, von der Tulken auf der Tatsche, jüdisch. Ganz gedorten, hab gehört das Sach, wie die Bolleseide flaggen reiten, sehr heimisch und jüdisch sprach, von Kasanien, Leidiger, Kandriden. Meine Seide, Aaron, Bomarochel, meine Liebe, Синхроном Ливроха, моя тайна, моя лифа, моя ох, нит, свинца, хофн, ерунглойн, восацинт, зейзэн, тот фулойн, вих, шраймат, идыш, вэтн, сэй, их тармонцах, ступих, амса, лиф, вонароху, вэт, фармах, дитин, одр, унцуфридна, бису, зот, анайлайсен, витазитцу, Und er niederkriegt, auf dem selben Bräude sein Dick. Le Mann, Schem, seid auf mir mit Bräude sind gelegen, was hat Sinn, erzähl ich wegen dem. Jedes jüdisch Wort, der Herz von euch, ist erfällt in mein Herz dem Leben. Und mit dem ich bin masselig und reich, und wie euch, sei alle durch Lügen. Und sei, nicht sei uns kennt, Und ich kann, ich fiel im Brenn, im Tiefer. Heute genannt ein Liebwerk, sei der Arm, vielleicht auch so, wie ein Sogter mit Anum. Hab gefragt, ach schon, wo er suchte, hat er still geämpfert, gewarit. Und er kommt gestanden mit Gerüchten. Und er zwischen Folge hat er lieb. Und es hat getrunken, er von Eidl, sei naiver, prostet, reit. Auf Kritik der Bundesflatter Seide Hoffnung machen mit der Hand. Erruf! Hab gefragt, was heißt Erruf? Verwalle! Prikrati, der Blatt von mir. Von seinem Dich erwerbt in Rum, wie ein Schade Feigl abzählt und die Kindschaft meine. Seinen Bogeseide schon gestorben, später kommen mir verkauft die Deutsche. Gottes ist ein jüdisches Geblieben, in der Goldmann, in der Schorn. Ist der Wurzschen knickte vor der Schiff, wo der Rochus Gold vermacht den Bier. Es klingt und ruft von dem Atom, und versprost durch Kraft, ein junger Tum, eingespart durch Zeit, sind uns reißen, und verhält sich um. Все начинается с детства, и музыка началась с детства, и ведь и литература, просто не всегда мы все понимаем, что это начало. И я и дальше буду звонить. Все начинается с детства, и мы никогда не знаем, что нам предстоит. Есть такая еврейская поговорка «Амей штрафт ун Гот лахт», дословно человек думает, а Бог смеется. Ну это нас сопровождает всю жизнь, Гот лахт. Вот я бы хотел рассказать историю, произошедшую с ныне покойным литературным наставником Бориса, еврейским писателем Ахиллом Шрайбером. Как-то, будучи в отпуске, на теплоходе он начал ухаживать за русской девушкой с Урала по имени Марина. Два дня развлекал ее, смешил так, что вокруг люди говорили: «Шрайбер, вы перевернете теплоход». А на третий день спросил ее: «Знаешь ли ты, кто я по национальности?» И Марина ответила: грузин, ну и еврей же, что это за народ, у которого нет языка?
На что Шрайман ответил, он был гораздо старше ее. Мне 27 лет. Да, он ответил, должен тебя огорчить. Я еврей, и больше того, я еврейский писатель. Ну, что такое писатель для русского человека, мы все хорошо знаем. И поэтому Марине, естественно, стало безумно стыдно. А мудрый Шрайман сказал ей, ты не огорчайся, это ведь незнание. Люди ведь часто судят о том, чего не знают. И кончилось все тем, что Шрайман с Мариной поженились. Она в совершенстве овладела идишем, и идиш стал их домашним языком. Даже с собакой она разговаривала на идиш. И собака понимала. А почему я об этом вспомнил? Вот в связи с тем, что многие люди о том, чего не знают, я, кстати, в упомянутой вами книге тоже об этом писал, в связи с идишем и еврейской литературой. Например, такой серьезный человек, как Леонид Парфенов, недавно сделал фильм о еврействе и в своем интервью об этом фильме в частности сказал, что его интересуют, цитирую дословно, евреи, писавшие по-русски и оставившие нам более серьезную литературу, чем та, что написана на идише. Как человек не поверхностно знакомый с идишской литературой, могу засвидетельствовать, что такое мог сказать только человек, который идишской литературы не знает. Ну, я не единственный в этом смысле. Ну, конечно, но проблема еще и в том, что, к сожалению, лишь малая часть шедевров идишской литературы переведена на русский язык. Но вот что еще 100 с лишним лет назад писал такой авторитетный человек, как Корней Чуковский. Я специально заготовил его статью, написанную ровно 110 лет назад, в 1908 году. Это положительно преступление со стороны евреев, что они утаивают от русского читателя свою литературу. Говорят, народилась плеяда молодых еврейских писателей. Мы их не знаем. Но судя по обрывкам, которые долетают до нас, мы думаем, что писатели эти прекрасны. Изумительно в них их чарующая свежесть. Как радостно быть Шоломом Ашем. Образы словно сами ласкаются к нему и просят «возьми нас». И он берет их свободно и просто, едва наклоняясь, с какой-то женственной нежностью и творит из них мелодию. Но если сказать об этом евреям, они скажут, что Шолом Аш, вы почитали бы перец, Шолом Аш не стоит и строчки переца. Просить же у евреев, чтобы они подарили нам, наконец, этого переца, нельзя. И дальше Чуковский упрекает евреев в том, что они слишком заняты русской литературой. И еще Гиршпейт, Шоломаш, Перец, Бялик и другие нам еще неизвестные, но уже облеченные нашим доверием, как они богаты, как самобытны. Лучше всех мы теперь знаем Шолома Аша. Он кажется мне волшебником, заколдованным человеком. Его поэму из еврейской жизни в Польше «Городок» я готов перечитывать тысячу раз. Скучная жизнь, повседневная жизнь, рутинная жизнь, мелочи, мелочи и мелочи. А из всего этого рождается щемящая поэзия. Стоит только Шолом Ашу подойти к вещам, и они оживают,
и улыбаются, и дивно расцветают, а он просто не знает, куда от них деваться. Ведет из них хороводы и ласкает их, как детей. Это не чуден Днепр при тихой погоде, а внимательное, любовное всматривание во все вещи, на которых отложило еврейство свои черты и улыбчивое их описание. Жизнь не страшна, древняя культура обволакивает ее со всех сторон. И пусть только человек не оторвется от нее, не отойдет от нее ни на шаг. Словно старым бабушкиным одеялом прикрыт шоломаш родным бутом. И это такое для нас, русских, небывалое явление, не клянет этого быта, не рвет его на клочки, не отрекается от него, а все крепче и крепче обматывается. И дальше Чуковский приводит несколько цитат из городка Шоломаша. «Избушка Хайма перевозчика зовут эту избу теперь». Когда-то лет 30 тому назад это была изба Мойши перевозчика, а лет через 20 она, вероятно, будет избой перевозчика Давида. Но разницы никакой нет. С годами меняется имя, а избушка, река и звание перевозчика остаются прежними. Нынешний перевозчик Хайм, высокий, худой еврей лет под 50, лицо его вытянуто, белая борода вытянута, высокий морщинистый лоб вытянут. Он – дитя воды, выросшее близ воды, и кто знает, не найдет ли он и могилу в воде. Если не в самой воде, то, во всяком случае, вблизи, по соседству с нею. И когда произойдет разлив, вода вытащит его из могилы и унесет с собою в Данциг, так же, как это случилось с его отцом и дедом. Конец цитаты и дальше комментарий Чуковского. Повторяемость. Ритм жизни зачаровывает Шоломаша. Если и смерть происходит ритмически, и та же река, что уносит в Данциг деду, унесет туда же и внука, то это уже не страшная река и не страшная смерть. Простите за долгое цитирование. Как видите, эта статья доступна в интернете. Она называется «Евреи и русская литература». Кстати, раз мы говорим о Шоломаше, я рекомендую тоже, сейчас это недавно перевели, этот роман, из Тривер, это именно вот о жизни в Америке, эмигрантов и так далее. Но к сожалению, лишь малая совершенно часть, да, написанного Шоломашем, переведена на русский. Но я хотел бы... Если верится, не переведены. Рассказы, да. Кстати, как раз через год после того, как Чуковский написал свою статью, появилось несколько рассказов Переца, в том числе и лучших его рассказов, таких как «Да», вот «Молчальник», «Набожный кот», хотя в оригинале он называется «Набожная кошка». Не знаю, почему переводчик решил поменять пол. Не помню. Бунин? Рати? Нет. Да, «Клянец» Бунин перевел. Нет. Это переводили евреи, Йоэль Сон, по-моему, и кто-то еще. Да, но только рассказы. И потом, кажется, в 1959 году книга рассказов Переца в переводе на русский была опубликована. Опять-таки, это лишь малая толика. Сейчас надо просто добавить... Я просто хотел бы... Переводится... Вот издатель... Башелица Зингера. Башелица Зингера, издательством книжники Московским. Очень много переводится и с еврейского, с идиша. Очень хорошая литература, и Хаим Града, и Суцкевер. Суцкевер вот, тоже я не знал. Я не знал, что вышла одна книжка. Да, Йоха тоже. Но вы вспомнили Хила Шрайбмана, и это действительно очень трогательный случай с его женой. И я уже, раз мы заговорили об этом, как раз сейчас начинаются репетиции моей пьесы, которая построена именно на вот жизни этих двух людей, и которые так и называются «Ихил и Мария», вот, в еврейском театре. По
в обществе я как раз хотел еще упомянуть. Нет, ну это как нет, сейчас нет, пушка, нет, нет, не нет, будет. Нет, нет, почему же, что будет надо? Очень рекомендую. Здесь половина зала ваших знакомых, а половина зала моих знакомых. Михаил пытался собрать. Сам недавно прочитал в интернете в переводе на русский язык замечательные рассказы Бориса. Художник и мясник, маленькие человечки. Но к последнему берегу Евгений, я могу добавить, очень что да, творчество Бориса Сандера находит отражение на страницах нашего журнала «Времена». И вот маленькие человечки как раз идут вот этим номером. Замечательно. Вот-вот. Нет, Кукушка и Петров здесь не при чем, потому что нам обоим дороги не мы сами, а еврейская литература. Ну это совершенно верно. И в этом смысле я должен сказать, что я... Когда впервые вы мне прислали свои стихи, вообще заговорили о вашем отношении к Идышу, я подумал, что вот этого человека мне надо использовать. Это сейчас звучит, конечно, может быть, слишком меркантильно, но я подумал, что и это так и есть, что на самом деле Идышу не хватает человека такого масштаба и такого уровня, который бы мог говорить вот так вот с залом, и которого бы слушали. Ну кто будет меня слушать? Кто будет слушать Евгения Кисина, понимаете? Не только как музыканта. Это очень важно. Но я, откровенно говоря, я не рассчитывал, что так далеко все пойдет. Ну, опять-таки, вот так. И да. Это моя вина. Да, это моя вина. И я рад вот, что не только, в общем-то, мне посчастливилось записывать чтение декламацию да. Еврейской поэзии, и в частности Юнтана Переца тоже, но и когда вдруг появились первые стихи, а потом и первые рассказы, и вот сейчас недавно я закончил печатать в этом журнале «Повесть». Между прочим, с очень интересным названием. Я думаю, что многие из вас в зале поймут его без перевода. «Идыша Шегец». Я даже не знаю, как это перевести. Потому что «Шегец» — это и «Шегец». И я не ошибся, действительно, Женя выступал уже из поэзии в Карнеги Холл. И когда это было, может быть, я не знаю, было ли вообще в истории Карнеги Холл, чтобы кто-то читал там целое отделение еврейскую поэзию на идыше. Но я бы хотел перейти дальше к вашей книге, которая очень много, в общем-то, там есть мест, где вы посвящаете. Если даже не отдельная глава, то все равно вплетается какая-то красная нить, какой-то лейтмотив, да, вот ваше отношение к еврейству, к еврейской литературе. Вообще, что значит, у вас даже есть такая глава, по-моему, называется «Их бенаи», да, «Я еврей». Это был такой запев или припев стихотворения известного Переца, Фефера, то есть, который так и назывался, их Бенаида, но было написано в годы войны, за тем Евгением Кисиным, которого мы все знаем. Да. В моей школе в местной пятилетке такого рода проблем не было. И быть не могло. Нашим многолетним директором был еврей Леной Исаакович Финкельштейн. Среди педагогов и учеников нашей школы было очень много евреев, так что у нас в Мезенке таких проблем не было. Ну а кроме того, я ведь на 9,5 лет младше Аллочки, и я рос уже в другое время. Горбачев пришел к власти, когда мне еще не было 14 лет. Поэтому даже если бы в
самом начале моей карьеры все пошло не так хорошо, не так гладко именно по национальным причинам, то потом, несколько лет спустя, конечно, никаких проблем уже бы нет. Но, тем не менее, у вас есть такое очень интересное стихотворение. Я не могу точно назвать его, о вашем дворе, где вы выросли. И там есть... Симферопольский проезд 8. Совершенно верно. И там есть очень интересная такая фраза по шашлык по-еврейски. Ну да, инцидент, да. Когда мальчишками говорили, мы тебе сделаем шашлык по-еврейски. Мальчишки в дворе нашли какую-то железную палку, сказали, что это шампур и так далее. Да, прочитаю, конечно, стихотворение о моем родном дворе, о том, как он мне дорог на всю жизнь, о том, что это последнее, что я хотел бы увидеть в жизни, несмотря ни на что. Я там, кстати, упоминаю знаменитую еврейскую песню о родном городе Бориса, Бельце. Есть такая знаменитая песня «Манишкетова Делтс». «У их о маленький дершидер Фанбрахт», где я провел мои детские годы. И я там, в частности, упоминаю о том, что когда я последний раз был в своем родном дворе, то пел про себя эту самую песню. Потому что возникли соответствующие ассоциации. Во второй строчке вы услышите фамилию Хрущева, просто потому что я вырос в Хрущевке. 10 там таких было, стоял в дворе, да. И этот дом до сих пор стоит? Да, до сих пор стоит, но вот я, в частности, в этом стихотворении написал о том, что боюсь, что, не дай бог, когда-нибудь его снесут, потому что очень он мне дорог. Итак, Симферопольский проезд 8, Симферопольский Фишингас 8. Ройтер мой финкорник, инфрейн дернетн, что я назвался мог найм, а хрущевн от боли только будет. Обыд галэп торт кимат, дьяшты кимат сердцем йорфу мэйлэн, Ундавка дорт, хопка волт, кейтон трэфн, мальтот. Вунцу мы кирэн сайн, фундашу, фундяшты концертн, вот афун кэст. Следует, да был циркун корунтон дефин, Пусть наш мотун дэн дамор, Миш тарвара, церкву. Он шейс, а только цай штэнник, Он с мана дарвэл дой. Лайфлых, бод. Вон царорт, абдарэрт кон цай тая, Лив, хуцар шар Яушалай, Нас цар Асанда шарада. Он просто так мог захмыл, Он гребался, сыслышал, фима, Und in mein Herzen umbringt und gefiel eine ganze Kaskade. Jungfer Fremden, seit euch dort ganz unheimlich, mir ist er viele. Aber bei mir ist ihr ein Schott von mit heimischer Schönheit und Pracht. Und ich hab Meure der Sehn, als wir werden zerstören, Cholide, den roten Mäuer, wo ich hab meine kinderische Jorden verbracht. Nein, gar nicht alles, was ich hab dort versucht, ist zu nehmen im Mäuel, in jenem Häufel mein Kindheit, mit heute von Bäderer Sach. Hab ich dort lieber gelitten viel Mäuel als Sinnes Israel, als meins ganz Leben ich will es gedenken und sein auf der Wach. In meiner Schomme, als man mich will ormen, wird sich alt ziehen mit jener der Mäuel, wie freiliche Jüngelich von uns vergesste, Haben gefunden an eisernem Stecken und mussten geschrien kommen zu mir, mir und machen von ihrer Schaschlik wie Jewreski. Und doch, noch liebste Freunde, so mein Leib ist im Kopf ist geblieben. Als ich zum Ort bin, werd mein Herz tun in Bergschaft und dich. Und
let's move on, и разговариваем о моем мире. Инзих, мои штаты на бенсто, и флаты, космические холоды. Пункта, холод, холод, сумир, бейсер, шло, ход, джинжи. Куна в дарбор, тройный хов, аз пинат, кума им, он дарфе, мой ход, мой, дикойд, нимейк, дамлихты, как ину, ухте, и шолома, фунамон, азэм. До 5 лет я по-русски не мог выговорить слово, я говорил только на иврите. И, конечно же, когда я стал писать, а стал я писать по-русски, я, в общем-то, почувствовал, что это неестественно, что мы герои, и ведь язык — это не просто слова, это образ, это переживание и так далее, вы умеете это говорить. И они должны были самовыражаться на том языке, на котором они жили. И поэтому мне пришлось, перефразируя слова Райкина, значит, учиться говорить и ходить и пить одновременно. Да? Я должен был выучить язык письменный, который я не знал, и должен был учиться писать и читать одновременно. И в то же время я начал свои первые рассказы писать. То есть времени совсем не было. Мне уже было за 30. Борис, если можно, я на полминуты поделюсь своими воспоминаниями о языке идыш. Мои родители, естественно, знали его в совершенстве. Кстати, выросли они не так далеко от того местечка, где жил Борис. Рыбница. Местечко Рыбница, оно мне описано в моем... в романе «Саге», «Средь круга вращения земного», всю эту историю моей семьи за 100 лет, американскую ветвь и российскую ветвь. Ну а на идыш они, когда я присутствовал в комнате, на идыш они переходили исключительно тогда, я это уже понимал своим, так сказать, младенческим каким-то еще не хилым разумом, что переходили на идыш только тогда, когда хотели, чтобы я не знал, о чем они говорят. А мне было любопытно узнать, о чем они говорят. Я задавал всякие вопросы, почему, что, как обычно и так далее. Но за одно слово я очень хорошо запомнил тогда. Зубтер. Мне было очень хорошо, когда оно так звучало вкусно. Мне было просто интересно, что такое зубтер. Они очень часто звучало вот так, мамой мамой. Они говорят, это вот, ну как тебе объяснить? Им же не, значит, понимали, что мне не перевод нужен, а смысл. А смысл в том, что какие-то, в общем-то, люди слушают то, чего не надо слушать, и рассказывают другим дядям, которым не надо это рассказывать. Я тогда не знал слова «стукач». Ну, объяснение. Потом оно ко мне пришло. И очень часто сейчас в своей русской речи, я идыш, к сожалению, знаю, ну, то есть, ну, не знаю просто, знаю отдельные фразы, выражения, и считалки, и всякие смешные вещи, которые бабушка моего внука, моя мама, она, значит, ему рассказывала, брала его так вот, цоп, цоп, эмберл, цип, цумерл, цип, цоп, ну, цип, цоп, эмберл, ким, цумерл, кемберл, он это запомнил. Рассказывает своему сыну, моему внуку. А тот спрашивает, а что это такое? Ну ладно. Так вот, это понятие зубтер, сейчас, когда я о ком-то говорю, или что-то вдруг всплывает, что, ну, стукнул кому-то, что-то сказал, что-то, ну, чистый зубтер. Я по-русски, для меня это не звучит слово, оно звучит только на идыш. Более точно и более какой-то вкусный, ощутимо лучше, чем... Тут два значения. Да. Дословное зубтер, говорим, он, да, ну, дословно. А потом это стало существительным. Да. А зубтер, то есть стукач. Я хочу сейчас перейти немножко... музыкальная часть. Кстати, слово из рук морского жаргона «мусор» — это ведь видоизмененное идишское слово. Ну, есть много, мусор, много слов. В южном диалекте «мусор». Есть слово «шмон». Слово «шмон» тоже, «ксива» и так далее. Из блатного. Поскольку евреи в основном были воры. Читать что-то, что в древнем молочнике, в оригинале, то там, как написано этот роман, в форме писем Теви шел Малек. И Теви
простой еврей, пишет народным языком и, цитируя других людей, он постоянно вставляет слова «зоктер» или «зокци», если говорить женщина. «Голда сердца». Да. И я бы хотел вам задать вопрос вот в каком плане. Вы долго не выбирали вашу башерту, суженную, да? И 2 года назад это случилось. Я вообще не выбирал, это именно случилось. А лучше. Хорошо. И так она звалась Карина. Пожалуйста, хотим тоже не что-то узнать. Расскажите, вот. А? Как же это случилось? Ну, знаете, конечно, понимаю, что когда человек известен, то тем, кто знает о нем, очень интересно узнать подробности его личной жизни. Я как раз эту сторону своей жизни никогда не афишировал. Для меня лично то, что в сердце, еще интимнее, чем то, что между ног. Поэтому, как это случилось, принадлежит только нам и нашим ближайшим друзьям, собственно. Поэтому я и не стал рассказывать об этом в книге. Но вы там поставили фотографию. Да. Могу сказать, что знаем мы с Кариной друг друга с детства, с раннего детства. Если я расскажу кое-что, вы, прочитав цикл моих рассказов, поймете, откуда есть пошел самый конец. Карина в свое время закончила музыкальную школу «Семилетку». И, кстати, самой первой ее учительницей музыки была моя мама. Но потом, по совету отца, известного пианиста и педагога фортепиано, пошла по другой стезе. Отец доходчиво объяснил дочери, что играть на рояле – это очень сложная профессия, особенно для женщин. И потому нужно подумать, действительно ли это то, чему ты хочешь посвятить свою жизнь. Ведь ты же, говорил он, так многим в жизни интересуешься, и театром, и многим другим. В общем, Карина поступила на филфак МГУ с отличием окончила его. Ее специальность германистика. Германская филология. Много лет Карина преподавала немецкий язык, а также работала на радио «Свобода». Сначала просто диктором, а потом начала делать собственные передачи на культурные и общественные темы. Для примера упомяну просто название некоторых карибинных передач. «Звуки Рима»,
республики Зальцбурга. Она просто ходила по соответствующим городам и записывала на магнитофон звуки в разных местах. Внутри удобная педагогика, невинность. Она брала интервью у разных женщин о том, как те потеряли невинность и что вообще для них это значило. Ну вот. Спасибо. Мы возвращаемся опять к нашей еврейской теме и к человеку, чьи юбилей столетия теперь отмечаются и в Москве. Человек, я бы сказал, контроверсальный. Судьбы, у многих он, так сказать, на устах или на языке, это Арон Вергельс. Но его все знают как главного редактора журнала «Совокождение», единственного, кстати, журнала. Это не Вергельс. Но Вергельс, Арон Львович, как мы его называли, или Арон Альтерович, он был выдающимся поэтом еврейским. И когда мы составляли эту программу, Женя попросил меня, и справедливо, прочитать пару стихотворений Арона Вергельса в русском переводе. Пожалуйста. Да, в общем, хороший перевод на русский. В частности, Вергельс написал такое стихотворение о Быдише, перевод Натана Злобникова. Как старый дом, он не пойдет на снос, но трудно вторить Идишу без слез. Все ж будут возвращаться нешутейно к строкам, казалось бы, текущим вспять, чтоб с новым сердцем Маркиша Вовштейна, Шолом Алейхова читать. И еще более еще было бы уместным прочитать стихотворение Вергельса «Вечный жид» в переводе Королева. Живу я сотни лет уже на свете, или как мотылек один лишь день. Меня убили, когда свирепства были распри и разбой, и снова мама забеременела. Известный родом я или с вершины. Знать, не знаю, как печаль от счастья отличать. Меня убили, ей носили погром, и снова мною забеременела мать. Я обошел весь мир, и не был, кроме дома, нигде. Пускался в путь, и с места не на место. Выдающемуся поэту, известному поэту, как раз завтра будет 100 лет со дня его рождения, 7 мая. Мы приближаемся к самому главному, к столу, да, как я начинал, то есть к роялю. Но прежде, чем мы перейдем таки к роялю, я обязан это зачитать, это тоже из ваших воспоминаний, потому что без этого не было бы и Евгения Кисина. Поистине всю свою жизнь мама посвятила заботе обо мне. До сих пор мама нервничает во время моих концертов, иногда даже больше, чем я сам. Но когда видит, что я очень волнуюсь, обнимает меня, прижимает к себе крепко и говорит: «Отдай, отдай мне все свое волнение». Эмма, я прошу вас встать. Спасибо. Thank you.
не видели. А теперь мы удалимся. Я с вами наедине. Прелюдия Рахманинова до диез минор. Это самая популярная, самая известная его прелюдия. Он ее написал, будучи еще в совсем молодом возрасте. И, конечно, представить себе не мог, а сколько популярной она станет. И впоследствии разные издатели предлагали Рахманинову, даже просили его изменить в ней хотя бы одну ноту с тем, чтобы продать ее и заплатить ему баснословные деньги, но Сергей Васильевич неизменно отказывался. А когда он выступал с концертами в Америке, публика не отпускала его, пока он не играл на бис эту прелюдию. Его играли на бис несчетное количество раз, и в конце концов он садился и спрашивал: «О, мастер!» И говорил: «I can't seem to remember anything else». Тогда публика уже вслух просила, чтобы он сыграл именно эту прелюдию. Свет.
самое любимое из всех произведений Чайковского для фортепиано соло. Это пьеса, которая называется «Размышления». Thank you.
вечер. Я бы хотел следующим, поскольку опять-таки он был посвящен на самом деле не столько музыке, сколько литературе. Как мы все прекрасно знаем, ничего в этом мире не бывает бесплатно. Если у кого-то из вас есть возможность поспособствовать переводу шедевров еврейской и идишской литературы на русский язык, призываю вас сделать это. История еврейская культура вашей помощи не забудет. Спасибо всем. Масса вопросов к Евгению, но, как всегда, музыка отвечает на все вопросы. Так что благодарим вас, Евгений, за то, что наше время. Кто желает приобрести журнал с рассказом, с новеллой Евгения, получить автограф, даже сфотографироваться с ним, пожалуйста, при входе стоит Давид своим журналом. Спасибо вам большое.